воду присолим и поставим пасту отвариваться. Лук, чеснок и петрушку мелко рубим. В сковородку добавляем оливковое масло и кусочек сливочного. Обжариваем лучок с чесноком. 1-2 минутки. Высыпаем креветки. Еще пару минут обжариваем. Не забудем посолить и добавить перца, можно белого. Дальше идет петрушка и сливки. Как сливки начинают густеть, добавляем сюда отваренную пасту. И греем еще пару минут. Берем тарелку. Пасту в тарелку. Подливаем соуса. Немножко пармезана, зелени и кушаем. Белиссимо. Прекрасно. Мое.